Завойка в порядке. Жители Петропавловска выходят на массовые субботники, чтобы город сделать чище и привлекательнее. Участники важных мероприятий, в частности, собирают накопившийся за зиму в разных микрорайонах мусор, песок и поломанные ветки, приводят в порядок пешеходные дорожки, тротуары и газоны. Чисто становится в аллеях и скверах, где любят проводить время горожане, вдоль магистральных дорог, в межквартальных проездах, во дворах многоквартирных домов. Масштабные работы докатились и до завода. Коллективные весенние субботники стали в камчатской столице доброй традицией. Традиция – это замечательно. Я считаю, что ее нужно проводить чаще, потому что многих не воспитывают так, что нужно убирать мусор. У нас нет особой культуры его сортировать. Очень классно, что, конечно, это сейчас проводится в школах, насколько я знаю, учат и детей, там и младшие классы, и средние, и старшие, соответственно, тоже нужно. В общем, уборка важна, жить в чистоте – это здорово. В весенней уборке города уже приняли участие сотни человек. Представители трудовых коллективов, коммерческих организаций, дорожники и подрядчики, управляющие компании, а также все неравнодушные горожане. Конечно, весенняя уборка, она необходима в каждом микрорайоне, потому что благодаря неравнодушным жителям, которые подключаются к этим субботникам, наш город становится чище и краше. Уже доброй традицией становится, что после проведения весенней уборки многие жители домов собираются в своих дворах, жарят шашлыки и общаются между собой, что способствует сплочению жителей многоквартирных домов. Напомним, массовые субботники в краевом центре начались 12 апреля и будут проходить вплоть до конца мая, каждый последний рабочий день недели. По вопросам проведения весенней уборки можно обратиться по номерам, указанным на экране. Присоединиться может любой желающий.